Есть у меня вот такой сетевой фильтр. Ну, короче, розетка с выключателями, ничего такого особенного. С показанием напряжения, которое что-то мало показывает. Я к этому фильтру сделал небольшую доработку. Так он работает, как обычно. А если взять вот такой пультик, можно розетку эту выключить. Вот такой вот всего лишь маленький реле. Он вовнутрь умещается туда. Вон там он влезет. Это я сделал для того, что иногда забываю выключить. У меня тут интернет воткнут, телевизор. Из дома уходим, бац, и забыли выключить. А это повешу в прихожей. Чик, выключу. И все.